В данном видео я покажу работу спектрометрического сцинтилляционного детектора, который представляет собой сборку из кристалла 63 на 63 мм йодида цезия, активированного таллием, фотоэлектронного умножителя ФУ-139, высоковольтного регулируемого преобразователя напряжения, стабилизированного, конечно же, малошумящего усилителя и АЦП с USB-интерфейсом. При подключении их к компьютеру это устройство опознается системой, если система Windows XP или Windows 7, и никаких драйверов дополнительных не требует. После подключения устройства к компьютеру имеет смысл подождать минут 15 для стабилизации режима работы, и только после этого перейти к калибровке и измерениям. Для обработки сигнала, даваемого сборкой, мы используем бесплатную программу PRA32. Мы ее сейчас запустим. И первым делом, что нужно сделать после подключения такого устройства к компьютеру, это запустить Start Pulse Shape Acquisition. При этом программа производит автонастройку на форму выдаваемых устройством импульсов и запоминает группу коэффициентов, которые ей нужны для дальнейшей работы. Для калибровки устройства мы используем вот такой вот небольшой разрядник, который можно без труда приобрести на аукционе eBay. В нем было лет 50 назад 0,9 микрокюри цезия 137. Сейчас от него осталось, наверное, 25 сотых микрокюри, но этого нам вполне достаточно. Положим разрядник рядом со сборкой и запустим сбор импульсов. Откроем окошко амплитудного спектра, растянем его побольше. И вот мы уже видим небольшой пичок цезия. Теперь надо подождать минут эдак так 20. Продолжение следует. Ну вот прошло порядка 20 минут. У нас на экране достаточно неплохой спектр собрался. Остановим этот процесс и приступим к калибровке. Выведем окошко настроек, поставим галочку в чекбокс Use Energy Calibration. Нам нужно сейчас найти центры имеющихся пиков. Вот главный пик у нас 28,3 условных единицы сейчас имеет. И рентгеновский пик цезия 31 кF имеет середину на 1,5 условных единицах. Соответственно, между ними разница энергии 662 кV минус 31 – это 631 кF. А разница в условных единицах, в которых оперирует эта программа – 28,3 минус 1,5, 26,8. Соответственно, 631 кF делим на 26,8 условных единиц и получаем 23,54 кV на единицу. Подставляем сюда полученное число и нажимаем на Apply. И вот мы получили первый пик 35 кF, а второй пик 667 кF. Это не особо правильно, поэтому нам нужно подобрать еще второе число, это сдвиг. В данном случае первый пик был 35 кF, а должен быть 31, соответственно, сдвиг минус 4 кF. Сохраняем, применяем. И вот у нас главный пичок, мы видим, 1,5, 662. А рентгеновский пичок, мы видим, его середина находится на энергии 31 килоэлектронвольт. На этом калибровку можно считать законченной. Вот и все. Спасибо за внимание.